Еще одну рабочую встречу глава региона Вячеслав Гладков провел с новым руководителем администрации Белгорода Валентином Демидовым. Основная задача, которая сейчас стоит перед градоначальником, выстроить грамотную бюджетную политику, в том числе и при реализации социально значимых инициатив жителей. Важно слышать запросы и коррелировать их с возможностями областного центра. Губернатор подчеркнул, ежегодно необходимо увеличивать собственные муниципальные доходы. Нужно понимать налоговую базу, что с землей, что с подоходным налогом, что с налогом, с другим видом налогов, который образует доходную часть. Потому что просто надеяться, когда область даст денег, это категорически неправильно. Обсудили и планы на ближайшее время по развитию столицы региона. В этом году начнется строительство 3 общественных пространств. Экспертизу сейчас проходят проекты реконструкции парка Ленина, центрального пляжа и набережной Веселки. Глава региона отметил, что ждет больше инициатив, направленных на развитие комфортной городской среды. Кроме того, важнейшее направление работы администрации Белгорода – обеспечение безопасности. Разработана система укрытий, в которую входит около 2000 помещений. Их количество могут увеличить. Продолжаются мероприятия по гражданской обороне, обучение действиям в случае возникновения ЧС. Люди должны понимать, что делать в случае опасности, подчеркнул Вячеслав Гладков. Довести информацию до людей, что в случае угрозы люди могли спокойно укрыться и обеспечить безопасность своих детей. Потому что это, конечно, вот, по большому счету, у нас на сегодняшний день это в повестке должно быть постоянно, пока не уйдет полностью угроза. Она пока сохраняется.